Что надо иметь в голове вместо мозгов, чтобы понять, наконец, что весь период так называемой независимости, за отдельными исключениями, не мы правили и правим нашей страной, не наши у власти, что все самое плохое, все самое разрушительное по части культуры, морали, нравственности было задумано, организовано и мониторизовано именно этим блядским Евросоюзом. Именно европейско-американская мафия, ведущие лидеры которой не могут не поддержать педерастов и педофилов, у которых есть большие деньги. Теперь нам на десерт предлагают еще и референдум провести по вступлению в Евросоюз. Ну что тут скажешь, более извращенного цинизма я не встречал. И эта объединенная международная мафия чувствует себя у нас как дома, как у себя дома. Что еще надо сделать, что еще надо показать, доказать, что Европейский Союз для нас не спасение, а погибель.